наоборот, слушай, я же, она шкура до кости, это даже нельзя на экран показывать. Можно. Вот мы находимся в дача-офис лауреата государственной премии Зинченко Василия Ивановича. Вот Зинченко Василий Иванович проработал в Магараче. Сколько вы проработали, Василий Иванович? Ну как, считай, что уже почти, ну, если засчитать аспирантуру, она засчитывается в стаж, да? Да, да, идет, идет. Сейчас. Ну вот с 59-го года это сколько будет лет? С 59-го? Это почти 50 лет. 50 лет, да. 50 лет, да. Да, 50 лет, а не 40 лет. Ну, с перерывом. Я же 10 лет после защиты кандидатской диссертации был приглашен, как ты знаешь, на работу в Молдавию. Ага. Кишиневский политехнический институт. Где можно так даже это отметить. Специально была открыта под меня кафедра технологии виноделия, которую я возглавил 1965 год и 10 лет подряд ее с нуля я создал кафедру. Абсолютно, но на голом месте. При этом технологический факультет, все лаборатории, и он открыт в здании бывшего погранотряда. Были развалены стены, грязные потолки, полы. Вот в такое помещение вошел Василий Иванович своими знаниями и с небольшим коллективом, которым мне передали первых студентов, выпускников. Василий Иванович, это вот у вас дача, сколько лет уже вы здесь, на этой даче? С 82-го года. Угу. Точно с 82-го года. Это не дача, это был тут заброшенный сад, а ты видел. Угу. Кустарники, заброшенный так называемый черешневый сад. Угу. И вот нас группа энтузиастов, ветеранов войны, Голодрига, директор института, Жданович, решает за отделом технологического оборудования, Бондарь Василий Петрович, за отделом агротехники, я, Яцин Анатолий Федорович и из отдела технологического оборудования Попов начали, вот тут между собой эти участки разделили примерно по равной доле. Начали осваивать, раскорчевывать. Тут были это, и ямы, и кустарники заросли, и это, ну, случайно выросшие деревья, дикари, всякие клены, ясени. Но были плодовые, заброшенные, это черешневый сад. Тут у меня была черешня, если помнишь, одна там. Вот тут, как это выглядело, вот свидетель, какая тут была проведена большая работа. Это на таком уровне, что сейчас есть, тут были багры, бугры сплошные. Вот уровень был земли. Вот этот бугор, он шел. Да-да, а ты что, не помнишь? Да, я уже забыл. Забыл. Это все вручную. Я долбал киркой, там есть тазы, можно увидеть, которые стертые были, таскал, засыпал эти ямы. А с меня коллеги из Нижнего города смеялись. Василий Иванович хочет добраться до Америки через земной шарик. Вот есть та кирка, которую я долбал все это. Она там в ящике. То есть в каком году вы начали капитальное строительство здесь? Да, здесь капитального строительства не было никакого. Вот это сооружение. Так, ну раз это капитальное строительство. Да. Это вот тут был бугор. На этом бугру тут и. А, вот тут еще жмаклюра. Тень, когда солнце. Вот я в перерыве отдыхал. Тут такой типа фанеры, лежачка было.
Это сейчас ты уже более-менее цивилизованный, что-то видишь. Да? Раньше же это, не за, это запрещали что-нибудь строить. Не разрешали здесь? Не. Вот только с милицией еле согласовали мы, что можно две стены и одну крышу, и все. От дождя. Вот так мой навесик, так он соседа. И у всех тут такого есть. Василий Иванович, а документы есть у вас на эту дачу, на это? Ну, это было официально было оформлено, это не дача, оформлено приказом по институту от согласования Масандровским постсоветом. У нас, как говорят, открыто и прозоро. Все, мы даже... Когда позже настоял, так даже платили налог земельный, небольшой там, символический. Ясно. Василий Иванович, ну, мы будем с вами беседовать, а вам там надо воду заплатить, то есть не заплатить, переставить. А переставить. Я хотел спросить, какие вот здесь вот на даче, какие научные идеи, или что вы здесь создали научное? Что здесь родилось? Нет? Я понял тебя. То есть здесь творческие вы думали, нет? Отдыхали? Здесь это у меня был как филиал с моими аспирантами. Я обсуждал с ними результаты уже экспериментальных работ и намечал планы. Мы тут в перерыве поджаривали шашлычки, вот, иногда дегустировали и бокал вина наших опытных образцов. Вот такой открытый контакт был. А я приехал, возвратился в институт своими идеями, которые у меня уже были зарождены и, как говорят, четко определились, еще работая в Кишиневе, Молдавии. Фактически вот здесь, по той нашей, как одной из столбовых направлений, в результате решения вот этой проблемы стабилизации вин с использованием диоксида кремния и были начаты исследования вот у нас в институте. Начаты были в Молдавии, а продолжены тут в институте. Первый аспирант был Витя Загоруйко, вот по созданию этого препарата. Вот ты же уже в другом, то для виноградных вин, ты для плодоягодных вин. Вот, короче говоря, здесь фактически это направление получило свое развитие вот тут в порядке хорошего такого контакта с природой. И мы решили и фактически. И надо отметить, что до моего возвращения в институте Махараджи лауреатов не было. И государственных премий не было. Об этом в институте молчат, между прочим. С появлением Зинченко появились и первые государственные премии, и первые лауреаты. Сначала Ленинского комсомола, а потом государственные. А то же не было. А молчат. Иногда даже кому-то завистно же было, пытались даже, ну как, мягко говоря, помешать от зависти. Дальше вот, если четко ответить, то здесь получило свое развитие, здесь в Магараче, а это здесь на природе. Вот одно из направлений – это использование диоксида кремния для осветления виноградных вин.
виноградних соков і стабілізація проти колоїдних помутнень. Це перше направлення. А вже от іменно здесь другая ідея у мене родилась. Вона, вірніше, теж була як далеко задумана ще в Молдавії. Це стабілізація він проти металічних і кристалічних помутнень. В цьому аспекті ця проблема тут чітко вирісилася. Но с той рекламацией большой, с поставкой новосветского шампанского винзавода «Новый свет» на экспорт в Германию, где, ну тогда реализация, когда Советский Союз был, реализация фактически всех алкогольных на экспорт напитков шла через фирму «Мадам Симекс», в том числе и шампанское. И вот шампанское помутнело, и всего-навсего, что да, по памяти я говорю, мадам Симекс предъявила Советскому Союзу неустойку $600,000, это по тем ценам, когда рубль был дороже еще долларом. Ну вот, вот тогда, когда эта проблема, от этой проблемы ушел, и покойный Саришвили, специальная лаборатория игристых вин. И за эту проблему я, можно сказать, самовольно, не согласовавшись с руководством института, дал согласие заняться решение этой проблемы, стабилизации шампанского завода «Новый свет» против кристаллических помутнений. А случилось это так. Я уже багаче развернул хоздоговорную тематику. Очень четко и дружно я работал с «Углаввино». Тогда главный винодел, заместитель начальника «Углаввино» был Деменков Александр Петрович. Помнишь такого? Конечно. Ну, вот. Очень талантливый винодел. И вот, будучи в командировке, я зашел, сейчас я не помню, по каким вопросам, мы знакомы с ним давно, еще я в Закарпатье работал. Я еще помню, когда он работал в ЦК, в отделе пищевой промышленности, он тогда пытался меня сорвать заведующий кафедрой технологии виноделия ректором Киевского технологического института. Такой был момент. Это отдельный разговор. Вот. Так вот, я зашел его проведать, постучался. Он: «Войдите». Я открываю дверь, он меня как увидел, а у него большой кабинет и такая дорожка ковровая к входной двери. Он скакает за стола, я вхожу в кабинет, он передо мной падает на колени: «Вася, выручай!» И хватает меня буквально за ноги. Я говорю: «Саша, ты что, лишнее продегустировал?» Он поднимается: «Да не, ничего я не продегустировал, заходи, поздоровались, заходи, садись». Ну и меня спрашивает: «Ты в курсе дела?» Значит, я полагаю, о том, какая беда и сколько уже шума наделано не только в мире, в Союзе и в нас на Украине за счет возврата этого помутневшего шампанского из со всех стран Европы. А мадам Симекс очень умно поступила. Она сказала: «Хорошо. Пусть Советский Союз мне компенсацию не выплачивает, эти $600,000. А своим транспорту с моих точек, начиная от Португалии и кончая Германией по всей Европе, своим транспортом вывезет эти бутылочки к себе, откуда и отправил». Так было сделано. Вот это все шампанское было вывезено, которое помутнело, торговой сети в Европе, вывезено на завод «Новый свет».
Но я уже перед этим сказал, что была подключена прежде всего лаборатория игристых вин во главе с Саришвили, Москитом Георгиевичем. Но в итоге, есть у меня это в документах подшито, они все свалили, что там непорядок у них был с санитарными нормами. Ну, в общем, по сути вопрос, от решения этого вопроса ушли. Но это мне Александр Петрович сказал. Я говорю, я немножко в курсе дела, правда, эти документы я не видел, но это, говорит, мы друг друга, когда тет-на-тет, называли по имени. Это Вася сейчас на контроле в Центральном комитете здесь, в Киеве. Вот. И меня чуть ли не каждую неделю вызывают на ковер. А что такое на ковер, тебе не надо разъяснять. Вот все в стороне, а спрашивают с меня, я же возглавляю виноделие Украины. Выручай. Я могу, я тебя давно знаю, ты только можешь эту проблему решить. Ну что я говорю, Саша? Разве я сам же не могу? Это надо... такой вопрос должен дать согласие директор института или зам. Ну ты согласен? Берешься? Я говорю, берусь. Он тут же... Вижу, набирает какой-то номер по телефону. Алло, алло, Иру Георгиевич. Мы поприветствовали друг друга. Вот так, так, ну, как обычно, в начале разговора. Ну, как у нас там решается эта проблема по новому свету. А ему Иру Георгиевич ответил, это не наша проблема. Есть лаборатория игристых вин Саришвили, и он там и занимается. А вы, это что, вас не касается института Магарадж? Ну, я понял, слышно разговор, что абсолютно не касается этого специальной лаборатории. А вот за решение этой проблемы в Магарадже берется ученый, сделал паузу. Знаешь такого, Зинченко Василий Иванович? Я понял, это себе представил выражение лица у Георгия Георгиевича. Слышу, дай ему трубку. Я взял трубку, поприветствовал. Он начал с того, как в стиле Георгия Георгиевича из морали. Вот я говорю, неприлично, Георгий Георгиевич, мы не будем на таком уровне. Это мы дома этими любезностями обменяемся. Вот. Так ты что, берешься? Берусь. Ну, я даю трубку Гибелькову. Он это. Ну вот, видишь, Василий Иванович согласен. Заключаем договор. Похоздоговор. Так и случилось. Был заключен хозяйственный договор. Я приехал, конечно, мягко говоря, получил хороший втык от администрации института, и от директора, и от Германа Георгиевича. И Герман Георгиевич заявил, вот так, коль ты это, я привез проект договора и программу, коль ты согласился, вот ты и будешь руководителем этой темы. Ну, говорю, ты доктор, Елена Николаевна доктора наук уже тогда, она защитилась, по-моему, была, да. Вот, вам же не мне, я пока еще никак не могу пробиться через, хотя у меня все готово. Вот так и руководителем этой темы был, значит, Зинченко, кандидат технических наук, ответственный исполнитель по биохимической части, доктор технических наук Датанашвили Елена Николаевна, Бурьян, она была уже, кажется, тогда, она же вторая, это же я пробил фактически этот ученый совет в Москве, она по микробиологии,
по технологии я сам был руководителем. Ну а Герман Георгиевич просто был как наблюдатель, можно сказать. Вместе со мной ездил каждые две недели на ковер в обком партии. Поскольку это была тема на контроле не только в Киеве, ЦК, а здесь в областном комитете партии, в отделе, в сельхозотделе. Вот, тогда заведующий этим отделом был Багров, ныне ректор этого Симферопольского университета Таврического. Вот. А так, за эту тему смело, можно сказать, я взялся, и не говоря ни о чем это. Она была успешно решена. Технология была выдана, и по сей день завод поставляет на экспорт шампанское, и оно устойчивее к помутнениям. Все гарантийные сроки выдерживаются. Решая эту проблему, я вышел как раз тогда на решение этой проблемы той мне мысли, которая родилась еще на кафедре виноделия, это в Кишиневе, на, путем создания сорбента на основе циркония. Но это отдельная тема. Короче говоря, когда об этом узнала, у нас возник вопрос о контроле поступления циркония в продукт. А когда я работал в Кишиневе, завкафедрой неорганической химии была Конунова Циля Борисовна, доктор химических наук, ее направление в химии неорганической было цирконий и гафий. И вот она регулярно, значит, когда проводились конференции институтские, докладывала свои результаты. И вот по ее там результатам я был далек от этого гафния и циркония, но я понял одно, что можно решить большие проблемы виноделии в отношении стабилизации вин против металлических и кристаллических помутнений. И когда вот Коля Таран поехал и согласовать уже методику, которым подработали определение остаточного количества циркония в готовом продукте, и все это рассказал, она: «Как? Сколько раз я встречалась с Василием Ивановичем, и он ни разу мне не предложил, чтобы мы занялись». А у меня в Молдавии на кафедре была самая мощная хоздоварная тематика. В моей лаборатории, в которой в основном работали студенты-виноделы в студенческом научном обществе, и сотрудников, порядка 50 человек, уже порой было трудноуправляемо. Это надо было себе представить, как сочетать педагогическую работу, если бы кафедра была уже готовая, а если не было даже методик для проведения лабораторных анализов и программ по курсовому, дипломному проектированию, по прохождению практики, то все мне пришлось сочетать педагогическую работу. Ну вот, это второе направление. Вот эти два направления фактически
с ними я тут фактически и ушел уже на пенсию. Позащищались вы, ребята, и по диоксиду кремния. Сколько диссертаций, только докторских? 6. Так же? Прямо или косвенно, что касалось диоксида кремния. А по термоксиду кандидатских тут несколько больше. Это в основном кандидатская диссертация. Это уже Коля подключал Таран, которая была ее докторской диссертацией. Ну и эту научно-техническую работу мы вели вместе с учеными Российской Федерации и Свердловским филиалом научно-технического института. Кажется, так он назывался. Сейчас я по памяти не могу точно вспомнить. Условно термоксид. Ну вот, так что вот здесь, на этой земле, на этой даче и обсуждались. Я ответил наш вопрос, многие вопросы. Тут и проблема создания фильтровальных порошков, этого аспирант был Назимов, Курбанов, если помнишь такой. Вот. По-кандидатски, вот по стабилизации винкальциевым помутнению как раз и термоксид. Это Людмила Васильевна Гнедько, которая работает сейчас в России, в Адыгее. Сначала она была завкафедрой технологии виноделия, а потом немножко в связи с квартирными там проблемами она кафедру оставила, ушла работать на производство. Вот, но снова возвратилась на кафедру, но уже доцентом. Как говорят, свято место пусто не бывает. Вот так. Ну, добро, Саша. Да, давайте мы посмотрим. Надо там полить. Винограда, в основном столового направления. При этом это коллекция тех сортов, которые были созданы корифеями в этом направлении, ими института Магарач, Болгарии, России и Молдавии. Какой сорт это? Рчанка. Это селекции хорватского ученого. Вот, к сожалению, сейчас мы вспомним. Вот, он условно комплексно устойчивый. Ну тут, о, смотри, какой тут у меня урожай. Аса, это горчанка. Так, так. Комплексно устойчивый сорт, условно, конечно. Ага. Вот, столовое направление. А он, короче говоря, сам пелагрицкие коллекции нашего института. Ага. Куст там я покажу на углу, очень мощный куст. А это я так любительски его немного перегрузил. Ну вот, в позапрошлом году с этого куста я взял урожая примерно около 100 килограмм. Ого! С одного куста. И даже вино делал. Он и там еще есть, тоже гроздья, если видишь. Ну это замечательный столовый сорт. Угу. Значит, вы только используете его как столовый сорт для питания, да? Да, как столовый сорт для души. И заготавливаете, он готовится у вас? Нет, я его как для еды. А когда остается, его скоро начнут долбать. Тут осы. Вот. То, что остается, уже слегка подвяленное. Позапрошлом году я делал вино даже. Домашних условий. Сколько сахара набирает он? Ну, это столовый сорт, а тогда было порядка около 25%. Угу. Ну все, пошли. Свои дачные дела. С чем? И с творческой работы. Хорошо. Я закончил технологический календарь виноделия. Вот ищу, где его публиковать. Надо было
И что, залило? Да, это залило. Ранний день. На пользу будет. Воды хватает. Ну вот тут что-то видно. Да. Это вы помидоры выращиваете, да? Да, это помидоры. А это капуста, брокколи. Очень во всех отношениях ценнейший продукт. Насколько? Сейчас кстати, по-моему, недавно была передача по брокколи. Очень распространена она для пищевого потребления. Ну, разумеется, выращивание пищевого потребления в Европе и в Америке. А у нас должного внимания не уделяете. Это благодаря, что ли, такой инициативы. Кстати, на эту историю, этого вопроса, короче говоря, я же давно его выращиваю. Так вот, что интересно, вот эта передача, которая была о брокколи, что оказывается, настолько ценны ее биологически активные вещества, и особенно в семенах, куда прорастается, который способствует продлению жизни даже человека. Да. Американцы его потребляют во всех видах. У меня она тоже так, круглый год. Что это? Что? Что вы делаете сейчас? Это я поливаю, видишь, какая жара. Ага. Но... Немножко. А какой сорт помидоров выращиваете, Василий Иванович? А я четко определился с тремя сортами. Угу. Вот. Один из них, вот видишь, фитофтора. Это уже мой недосмотр. Надо было опрыскать. Не опрыскну то. И что вы будете делать с ним? Что его? Выбросите? То надо сжечь. Хорошо. Ну, идем дальше, да? Да, так у меня тут три сорта. Какие? Один сорт более ранний. Это так и называется. Это... В общем, один из ранних сортов. Второй сорт... Это ему название я дал, фактически. Это мне его, как семенник, дал Царству Небесному. Тут сосед был, Вакула. Я назвал их Вакулинский. Очень вкусный сорт такого столового направления. Так вот, пройдись. Ну, где ты видел такую, можешь увидеть прелесть? Какой сорт груши, Василий Иванович? Это сорт называется пастушок. Автор этого сорта Рихтер, бывший один из директоров Никитского ботанического сада. Он им создан специально для условий, экологические условия южного берега Крыма. Здесь часто весной бывает туманы, когда нет лета пчелы. Он самоопыляющийся, родит каждый год урожая. Не поражается одной из распространенной болезней, ржавчиной так называемой, он устойчивый. Очень жаль, что его нет промышленных насаждений. Вот. Я его привил тут на берег, и кому не есть наших любителей, я всегда, и уже многим я дал, они попрививали, очень довольны. Каждый год есть.
Василий Васильевич, а что, недавно произошло хищение, да? Чего? Ну, у вас кто-то здесь вор? Ну, это вот, пришел, когда собрали весь урожай огурцов. Жулик, это на днях, да? Да я сейчас не говорю, не пойманный, не вор. Василий Иванович, вот скажите, пожалуйста, если бы вы сейчас писали справочник, так? Какой справочник? О себе. А что такое? Справочник о себе никто не пишет. Ну, или библиографическую информацию. Скажите бы, вот как бы вы себя назвали? Вот, например, Бурьян, профессор микробиологии виноделия, так? Кишковская тоже. А профессор Зинченко, как можно сформулировать его направление научное? А это же, нет, ничего тут таинственного нет. Ты не видел такую книгу, изданную, это... у нас в Симферополе. Кто есть кто? Нет? Нет, я не видел такого. Не видел книг? Во всех, там есть, во всех ученых, докторах науки полные очерки. Вот. А мое направление четкое. Это технология, технология и биохимия виноградных вин. Технология биохимия. И биохимия, виноделие. Я Загоруйко говорил, Загоруйко говорит, что нужно написать основатель отечественной школы стабилизации вин. Но вы же ведь занимались и ферментами, и то есть это биохимия. Ну так это уже разные направления. Это разные. Так вот как назвать вас? У вас такой широкий, столько вы накопали, как это можно сказать. Как назвать это все, Василий Иванович? Как назвать? Формулировать. Так это же есть как раз. Это разные направления, другое дело. А что основать отечественной школы стабилизации вин, можно так сказать, современного. Современного направления поточной технологии стабилизации вин. Но не только поточной. Да. Но это тоже очень... Это одно из направлений. А в целом я очень широко биохимией занимался и полисахаридом, и с тем же ферментными препаратами. Вот. Так что тут, по-моему, самое ёмкое это технология виноделия, технология биохимия виноделия. Понятно. Виноградных. Теперь, Василий Иванович, скажите, пожалуйста, вы прожили большую интересную жизнь. Например, с Косюрой я вчера разговаривал, и Косюра мне рассказал о том, что из всех магарачцев цитировали только Зинченко и Датунашвили. Ну, например, французы. Значит, с моей точки зрения, самым важным вот моментом признание той или иной личности, в науке в частности, это цитируемость зарубежными авторами этого же направления деятельности. И однажды, я помню, еще Валуйко был заместителем директора, он высказал очень такую болезненную для него тему, что мы, говорит, когда, скажем, разрабатываем какую-то тематику, и ссылаемся на литературные источники, мы, конечно, зарубежных авторов, работающих в этой области, чтя их, скажем так, заслуги, ссылаемся на них и так далее. Нас не цитируют. Вот что он сказал. Я думаю, что здесь могут быть разные причины. Вот. Но они все лежат в плоскости политики и экономики. А поскольку в этом плане, в советский период времени, мы никому не составляли никаких проблем, конкуренции и так далее, то здесь могут быть только причины научного характера. Следовательно, наши работы в научном плане, ну, в частности, Валуйко, там, Датунашвили, там, я не знаю, как, наверное, не очень-то и котируется. Вот отсюда и определяется мировой уровень, так сказать, наших разработок, естественно, личности, которые представляют эти разработки на
обозрение, скажем так. Ведь наши работы везде же, их читают, их, так сказать, журналы же все получают наши, знаешь, читают. Мы не считаем нужным, наверное, ссылаться на эти работы. Кстати, я вот встречал, что в одной из работ, по-моему, Робер-Гайом на Зинченко где-то там ссылается, потом на кого-то еще, может быть, один раз на Татанашвили, на Валуйку я не помню, чтобы кто-то по красным линам, потому что с моей точки зрения, я не хочу здесь быть совершенно, как говорится, необъективным, вот, в красном виноделии Валуйка нового такого революционного, скажем, а это же основная его деятельность, не сказал. Самый показатель ученого в чем? Да, таких давно еще, я в Молдавии. И там это считалось, если ссылки есть, значит, это ученый известный. У меня запросы, может, я, если ты поискать, есть ученых из Аргентины, из Чили, из Австралии. На вас делали ссылки и аргентинские ученые, да? И Аргентина, и Чили, и Америка. Ну, во всяком случае, по сей день даже есть ссылки на те работы, которые выполнили еще было, когда я их выполнял аспирант. Василий Иванович, скажите, пожалуйста, если бы в нашей стране были мембранные технологии, то использование существующих способов стабилизации с помощью бентонита, диоксида кремния, это направление оставалось бы, да? Почему нет в нашей стране мембранной технологии? Она имеет свои преимущества и свои недостатки. Традиционные осветляющие, стабилизирующие вещества, они как применялись, так и будут применяться. И в широкий, индивидуальном, таком как аматорском виноделии, так и в промышленном. Тут никуда не деть. Только надо как больше еще детали, изучая механизм их действия, можно более направленно, что ли, их применять, уточнять режимы. Вот сейчас, скажем, использование бентонита, вот этого кречетового с холодным способом. Это же результат, им в голову пришел, я не буду осуждать, это... Когда нам это раскрыта была кинетика взаимодействия бентонита, это диоксида кремния с теми же белками, полисахаридами, фидонами, соединениями. Это все опубликовано. Если это не было им известно, они бы это не использовали. Это уже 30 секунд, а фенольные 10 секунд, это уже было неизвестно. Это впервые фактически кинетикой процесса занялся Зинченко и его ученики. А Кирдеваренко? На том месте мы с ним начались. У нас совместные же аспиранты были. С Кирдеваренко? Да. Ну а почему мембранные технологии не развивались в институте Магарач? Почему их не было? Это мембранная технология, она имела свое развитие в молдавском научно-исследовательском институте пищевой промышленности, и такого широкого использования она не получила. Василий Иванович, скажите, пожалуйста, у вас есть автомобиль, машина? Какой он там? Жигули или там Победа, Волга? Нет. А было раньше? А? Может, в гараже стоит где-то? Нет. Могу в отношении автомобиля, небольшую историю сказать. Но тебе известно, что я работал на производстве 10 лет. И вот последние 5 лет, когда я был главным инженером и директором Переговского винзавода, то я же был в одном лице. И так записано в трудовой книге. Директор, главный винодел или инженер, я не помню, как там записано, Береговского винзавода. Вот с такой записью я ушел в трудовую книгу и в аспирантуру. И вот, когда при Хрущеве, дай-ка вспомнить,
Это когда были организованы эти совнархозы, кажется. 60-е годы. Да, 60-е годы, когда было дано распоряжение, вот, чтобы все руководители купили машины и это, ну, сели за руль. Вот. Но я уже четко тогда определился идти в аспирантуру. И когда мне предложили, вот, чтобы я купил, там у меня «Шевролет» был, при этом «Шевролет», который был подарен Хрущеву, секретарем Закарпатского обкома партии Туряницею Івану Івановичу. А Туряниці він дістався від генерала Свободи, командуючи Чехословацької армії. А у Чехословацької Туряниця був як заместитель його по політчасті, комісар. І от коли ми якраз взяли, тобто ми, Совєтський Союз, освобождали Прагу, і во дворі гестапо якраз новісінькі 4 «Шевролета» були. Новенькі, ще не використовували. А вже поступило розпорядження о том, щоб отозвати Туряницю на ну, спочинення Свободи. Тобто тоді вже я не пам'ятаю, як воно чистилося. Чехословакія, яка була тоді. І вже фактично він отримав назначення секретарем Закарпатського обкома партії. Він тоді генералу Свободи говорить, що не вдумайте, можете одну мені, можу я взяти одну машину? Звісно! І він новеньку дав Туряниці. Вот она, первая новенькая машина появилась в Закарпатье, в обкоме партии, в Туряниці. Когда приехал Хрущев и увидел «Шевролет» новенький, черненький, как галочка у Туряниці, он цепился ему: «Иван Иванович, не подари, я не помню как, это, в гараж ЦК». Я тебе первую машину, которую я получу, тогда только восстанавливался производство или «Победы», или «Зиму». Я уже даже не помню. «Победа» еще шла это, сразу. Он, или «Зиму», или «Победу». В общем, Хрущев получил и пригнали, ну не он, а прямо в Закарпатье. И оттуда увезли эту, и этот «Шевролет». Что? Да, так вот, в итоге, сейчас я дай-ка вспомнить, что снова этот «Шевролет», кому же он достался, что он попал, он снова возвратился в Закарпатье и был передан управляющим закарпатським інтересом покойним Стадільному. І от на ньому цей «Шевролет» був закріплений за Стадільним. Ну, а появився перший в Закарпатті «Зим». При цьому його купив председатель колхоза, якраз погранично з Венгрією, в Косово. Клайн фамілія його, маленький фамілій. И когда это узнали в обкоме, его, ну, он, ну, считали, что он не на поназначение использовал колхозные деньги, это, деньги. И его заставили продать. И этот «Зим» купил управляющий винтрестом Стадильным. И вот он, а уже управляет, вот трест был в Ужгороде, а Косино, это на границе и с Венгрией. И вот Стадильный ехал на своем «Шевролете» забрать этот «Зим» у этого Клайна в Косино. Заехал ко мне, между нами говорят, что там же надо его обмыть, эту покупку. Вот, взял там, что нужно в этом вопросе. Уехали, и обратно уже
Стадийную машину прекрасно сам, заезжает на завод ко мне, сам за рулем, а сзади идет «Шевролет», водитель его. Заехали на завод, и он говорит, что так и так, Василий Иванович, надо обмыть этот новый. Говорю, конечно, надо. Ну вот, и в этом порядке разговора делового, я говорю, Владимир Степанович, он, смотри, ящерица, она тут живет. Зеленая или коричневая? Черная. Их дверь. Я говорю, Владимир Степанович, ну неудобно же. Я встречаю такие делегации, кого я только уже не встречал. Фамандонга и Церанкевича, и тоже, у меня же есть фотографии с генералом Свободы. И я на этом, на своем бобике, неприлично даже говорю. Говорю, пусть останется «Шевролет» у меня. Ну, конечно, неприлично. И он передал винзаводу. И вот тогда было предложено, чтобы я его, когда оставлял, чтобы я его купил. А надо там было все уплатить. А я же, ты знаешь, с большим трудом в аспирантуру. Я же жалобу писал в ЦК. Ты помнишь, я рассказывал? Угу. Что специальное решение было бюро обкома партии. Меня освободить, и я должен был дать честных три партийных слова по трем вопросам, что тема диссертации будет по актуальным проблемам Закарпаття, второе, что после защиты возвращусь на работу в Закарпаття, и третье, что я не буду возвращать, что ход моего обучения будет контролировать зав. Сельхозотдела в Компартии Бондаренко. Ну вот, и когда мне предложили купить, конечно, я мог его купить запросто. Но это с моей стороны было не в моей морали, это было неправильно. Я всегда привык жить честно. Я бы купил и сказал, ребята, до свидания, и уехал бы на своей машине тогда сюда, в Ялту. Но я это не стал делать. А у меня уже даже был, со мной поменял запасной мотор к «Шевролету», который тоже Туряница увез, и он так и блуждал все время, возвратился с Киева. И в техническом паспорте было записано, Хрущева. И кому я сдал это, тогда восстановил, когда уже уходил в аспирантуру, должность главного инженера, я ей сдал завод. А рекомендовал я, чтобы директором завода, царство его небесное, моего воспитанника на производстве, но он кончал Бердянский технику, винодел Савон Леонид Федотович. Вот, и Савон, когда стал директором, конечно, по дешевке совсем, там стоило что-то около 1000 рублей. Купил этот «Шевролет», и, конечно, тут же он затеял капитальный ремонт, вот этот новый, новисенький мотор поставить. А у меня на заводе там хороший был, возглавлял всех этих, зам механическими мастерскими на заводе, Илыш был. Илыш, он... У меня никогда желаний не было. Машину мне предлагали, когда я был заведующий кафедрой виноделия в Кишиневе, тогда же не получать машину. Предложили мне, значит, что Василий Иванович, можем эту машину. Ну, у меня таких и денег не было. Я получал только оклад, ну, немножко похоздорнуть и мать. Ну, а вы любитель, вы, если бы была машина, ездили бы за рулем? Нет. Тогда, когда я был директором, я освоил езду за рулем, своим водителем выезжал там в степи, но особого страсти у меня к машине не было. Угу. Вот. А я считал себе всегда, что машина, если бы была уже, когда я стал в аспирантуре, она меня бы отвлекала бы от науки. Угу. Машина как женщина, за ней надо все время смотреть и о ней думать. Ясно. Василий Иванович, такой вопрос. Скажите, пожалуйста. Здесь, в институте Магарач, когда один год
наш отдел стабилизации занял первое место в соцсоревновании, нам выделили машину, они же по наряду были, москвича. Это Витя до сих пор мне даже упрек делал, что это в отделе я решил эту машину передать Макарову. С намерением, что с Макаром, тогда у нас тематика большая, хоздоговорная, и будем ездить по хозяйству. А я даже не знал, что Макаров, кажется, по наследству получил еще машину Победу отца. Вот. А Витя думал, что я, может, и думал, вернее, я не помню, что он просил или нет. Хорошо. Василий Иванович, о Дроздове можете рассказать два слова? Вы работали? Я его практически... Знаешь, он очень порядочный был руководитель. Понятно. Как руководитель, знаю. Хороший, грамотный. Хорошо. Руководитель. Елена Николаевна Датунашвили, вам приходилось с ней работать? Ну так что? Расскажите о ней. А что ему? Кто мне рассказал? У меня с ней часто пересекались научные направления. Вот. И одна из тех, кто меня задержал, мою защиту докторскую, это Елена Николаевна. Я же с своими полисахаридами, я настолько вырос, что она вообще уже плелась у меня в хвосте. И тоже очень хотела, чтобы и ежов же, они же отстали от меня. Фактически, то, что там говорил Ежов, что он глюкоманан выделил, а я, когда он доклад, говорю, покажите свой глюкоманан. Я вот сейчас покажу мой манан. И дрожжей. И выделенный из дрожжей, и свина, и из винограда, и из сусла. А у вас его нету, вы не можете его показать. Так оно и есть. И она, когда праздновали мое 60-летие, это Витя слышал, он мне это сказал, в том угле, где она сидела, что Василий Иванович никогда не защитит докторскую. Сколько могли они и с Германом мешали мне защитить. А почему? А открыто. Герман Георгиевич говорил открытым текстом, если Зинченко защитит докторскую, то он займет мое кресло. Это он говорил и Джинееву, это говорил он и Загоруйке. И Джинееву мне это сказал, и Загоруйко передал мне то же самое. Борис Сергеевич, скажите, пожалуйста, были противоречия между научными школами профессора Валуйко и профессора Зинченко? Да, большие противоречия. Во-первых, Герман Георгиевич одного стиля работы, более строгого, регламентированного, а Василий Иванович более демократичного. А в то время это, знаете, не всегда должным образом оценивалось. Потом Василий Иванович проводил линию малоокисленная, белая столовая, которая немного отличалась от теории линий, которая разрабатывалась в Магараче. Но рано или поздно все это влилось в одну большую работу, кристаллизовалась, и она была компетентной, конкурентной даже с работами немецких ученых-виноделов по технологии малоокисленных вин. И это детище Василия Ивановича Зинченко, который в научном споре с школой Валуйко все-таки во многих делах она показала и свою жизнеспособность. Другой раз они не ходили в общий язык по оценке, может быть, экономического эффекта или, скажем, социального эффекта той или иной разработки. Но в целом надо признать, что это два больших столбца, на котором в Магараче многое дельное заслуженно построилось. А что касается ученых, которые работают сейчас, пенсионеры, я как пенсионер то не работаю, но у меня есть еще и президентская стипендия. Вот я вполне материально считаю себя обеспеченным. Thank you.
институт Магарач на работу ходите? Ну, я же там на общественных началах, научный консультант технологических отделов, я член ученого совета и специализированный ученый по защите, консультирую и заведующих отделом, и того же моего воспитанника. Талантливого, одного из талантливых. Да, моего любимого Виктора Павловича Заворуйко. Вот, когда я нужен, меня приглашают, но я регулярно, когда есть там план работы, прихожу. У меня есть кабинет, свое рабочее место, ничего не изменилось. И вот в одном из разговоров, это до защиты еще, по-моему, докторской. Герман Георгиевич этот сам вопрос поднял. Вот. Ну ты в курсе дела. Я же возвращался работать в Магарач не просто, а по рекомендации обкома партии. Первого секретаря Кириченко. И в плані намічалася організація научно-производственного об'єднання Магарач. І этим директором должен был стать Зінченко научно-производственного об'єднання. Вот. Ну, на первых порах пока это решался вопрос, я там был там старшим, ну как вот эта лестница известна. Вот. Но уже когда вопрос этот отпал, то Кириченко так тогда сказал, что Василий Иванович, столько мы накрутили с этими реорганизациями, это уже очень широко им должно было быть научно-производственное объединение. Туда должен был войти наш Магарач. Кримське ПКТІ, Сімферопольський завод машиностроєння, Євпаторійський завод машиностроєння, як бази предприятия Жанкойський, він совхоз, Євпаторійський, там виноградний. От така громада научно-производственна. Но одні входили в союз вино, а другі в Углав вино. І тут були всегда возраження. Вот. Ну, очевидно, уже тогда Кириченко теребил Брежнев, чтобы он поехал в Одессу, уже там зашился. Кириченко привели потом, чтобы это немного порядок в Одессе наладить. Я так думаю, я не знаю. Но он мне когда пригласил в обком, тогда и сказал, что он ко мне обращался по имени. Вот. Ну что, Василий Иванович, как видишь, НПО наш пропал. А уже вопрос стоял о Голодриге, что снять его с директорства. Он предложил мне, я говорю, Николай Карпович, я никогда на место Голодриги не пойду. По одной причине. Я ему сказал, в чем эта причина. А эта причина, Саша, заключалась в том, вот то, что я тебе сказал, с одним из условий, моє було уходу в аспірантуру, що тема диссертації повинна бути по актуальним проблемам виноделя Закарпаття. І тема називалась, і так я її защитив, «Закарпатські білі столові вина і пути улучшення їх качества». Тобто вся експериментальна робота виконувалася на місці в Закарпатті по хазяйствам. Начинает Ужгород, Середнянский винсовхоз, Береговский, Мужиевский, Виноградовский. Вот такой объем работы, это надо было охватить, начиная от выращивания винограда, заканчивая технологией. Мне нужны были руки. И здесь мне помог Павел Яковлевич. Он своего хоздогорного или как из своего штата выделил мне деньги. И я там платил лаборантам, в каждом совхозе оформил и платил лаборантам на сезон виноделия им должность, ну по сколько там, я уже не помню, платилось там по 300 или по 400 рублей. Павел Яковлевич меня крепко выручил. И он, у меня с ним служились все время, вплоть до ухода в аспирантуру, тогда же Катарьян уже директором был, он зав. Отделом, самые дружеские отношения. Я это все рассказал Кириченко.
Говорю, нет. Но после этого обком партии, но уже в лице, ой, как его фамилия, звали его Борис. Короче говоря, он в сельхозотделе курировал виноделие. И вот в один момент он приехал в институт, и он курировал Махарадж в областном комитете партии. И он мне говорит, что Василий Иванович, у нас мнение в областном комитете партии, что замом по науке по виноделию должны стать вы. И Валуйко это уже чувствовал, он же тогда уже мотался и в Одессу, вот там только что Елене не дали замкафедру Марха, тогда уже была, это как ее, Циля, не Циля, а, ой, не помнишь ее, а она это. То есть они должны были в Одессу ехать, да? Как, он уже это, дал согласие, заведующий кафедрой виноделия вместо Преображенска. Мне тоже предлагали, заведующий. Да. Василий Иванович, ну скажите, пожалуйста. Так, не, одну минуточку. Ага. Он раз, я это говорю, да не хочу, я говорю. У меня есть Борис, я ему сказал, как есть. Ты пойми, Борис, я с его, он моложе меня был. У меня есть свои, ну, за это, нерешенные еще вопросы, которые в науке я их заделал в Кишиневе. Мне нужен отдел. Это раза три так он, потом этот слух каким-то образом, но я же сколько понял, у Германа заместитель Багров, вот я его фамилия не помню, он потом был проректором или даже ректором сельхозинститута. Ему стало это известно, он меня пригласил к себе, говорит, Василий Иванович, у меня с тобой откровенный разговор. Это правда, что областной комитет партии предлагает тебе эту мою должность. Говорю, правда. Это говорю правду, Германович. Но я от этого отказался. И можешь сидеть на этом кресле, сколько тебе хватит жизни. Мне нужен отдел. Я должен свое развернуть широкое исследование по стабилизации вин. Вот такое заявил, сколько мог тормозил. Ты же знаешь, что я вынужден был диссертацию потом и дать на эту ПТИП, отвозил Кишковскому. Вот. Кишковский, значит, на такой ситуации, значит, и, ну, взял-то, вычитал. А потом я никогда не жаловался, а кто-то мне подсказал, так Василий Иванович, Амиджана, по-моему, так пойди к этому, председателю ВАКа. Кто тогда был председателем ВАКа? Максим, я был еще в Москве, я записался на прием председателю ВАКа, но он сам председатель был в Швеции в командировке, был его зам. Какой-то у него украинская фамилия, не помню, где-то у меня записано. Официально, по карточке. Я с собой взял список научных трудов, оттиски. Уже вышло с печати же это и полисахариды винограда и вина. Свои публикации, где оттиски, вот эти две книги. Вот, использование цитолитических ферментов препаратов виноделия, фильтровальные порошки, вот где-то фильтровальные порошки, там 3 или 4. И у меня уже тогда было за 200 научных трудов, и только же получили. Ты, кстати, лауреат этой премии комсомола, да? Нет, комсомола нет. Нет? И вот только что было, получили это, лауреатство Ленинского комсомола, Витя Кречетова. Ну и кто с наших? Демин. Кто-то с Азербайджана уже, я не помню, и из Москвы. Вот эту вырезку с газеты, значит, решение. Ну, когда я зашел к нему, вот, он там было по какому вопросу. Я ему вот так положил, как сейчас, список оттиски.